Страна готовится к Дню Великой Победы. Согласно плану, утвержденному правительством, 9 мая во всех областях пройдут мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В столице на площади Победы состоится торжественное мероприятие. После традиционно можно будет отведать солдатскую кашу, а вечером посмотреть на праздничный концерт. А на Старой площади состоится шествие бессмертного полка. Напомню, что колонны с фотографиями героев войны проходят 9 мая во многих странах мира. Кыргызстан подключился к этой акции в 2013 году. Бессмертный полк всколыхнул волну памяти о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и партизанах, узниках лагерей, блокадниках. Обо всех тех, кто внес вклад в общее дело победы над фашизмом. О героях Великой Отечественной войны и об истории бессмертного полка расскажет Алтынбек Талантбеков. На 71-ю годовщину Победы в этом году в Аше и Бишкеке победным строем почтят память павших героев. В четвертый раз к шествию бессмертного полка готовятся в тысячах кыргызских семей. О своих ветеранах с чувством трепетной гордости рассказывают дети, внуки и правнуки. Бексултан Джурсунов ушел на войну в 1939 году 19-летним юношей. Домой вернулся только в 1946-м, пройдя солдатом Советской армии всю войну. Его дочь Аджар Джурсунова тепло вспоминает об отце. Он служил на Белорусском фронте командиром артиллерийского орудия. За доблесть и отвагу, проявленные на Великой Отечественной войне, он получил награды за отвагу, за взятие Варшавы, за взятие Берлина и за победу над Германией. Келген согуштан келгенден жашо кыйналган турмуштар болгон элде ал бардыгын түшүнүп өзүн дагы акылдуу ушунчалык көп кишилерге жардам берген, акыл насаат айткан, тарбия берген. Семья Бексултана Джурсунова уже второй год будет участвовать в шествии полка. Понесут фотографию своего деда и внуки Ашыржана Арзиева. Фронтовик в первые же дни войны получил ранение в руку и был отправлен в тыл. Он больше не был на передовой, но тяжелым трудом ковал победу в тылу. Мы-то не видели, не слышали, и не они не слышали бомб этих. Но очень тяжелая работа была на поле, потому что разруха. Я даже сама помню, 47-го года рождения, в 53-м, когда я в школу пошла, я же босиком пошла в школу, ничего не было. В Бишкеке бессмертный полк прошагает от Южных ворот до площади Победы. Бессмертный полк уравнял всех вне зависимости от званий. Он наградил их высшим званием фронтовика. И бессмертным шагом в одном строю пройдут санитары и саперы, летчики и танкисты, лейтенанты и генералы, маршалы и рядовые. 9 мая водителям придется заранее выбирать маршрут. Во время шествия движение ограничат на 12 перекрестках. Сбор на Южных воротах состоится в 9 часов утра. Колонна двинется по бывшей Советской до улицы Фрунзе и повернет на площадь Победы. Люди хотят пройти, что эта акция именно народная. Люди готовят портреты. А, еще забыла сказать, что на головном штабном сайте «Мой полк» есть вот наша страница, куда каждый желающий вообще должен занести имя своего деда, фотографию, историю. Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 5 лет назад в Томске. 2000 детей и внуков ветеранов Великой Отечественной войны с портретами в руках прошли по центральной улице города. На следующий год к акции присоединились другие города, поселки и страны. В числе первых был и Кыргызстан. Мы можем сделать, наверное, немного для того, чтобы как-то эту память сохранить. И бессмертный полк – это, в общем-то, одна из тех возможностей именно для сохранения памяти, для того, чтобы эта война больше не повторилась. Самодельных плакатов в этом году будет немного. Люди доверяют оформление дорогих сердцу фотографий специалистам, трепетно выбирая самые лучшие снимки своих дедов и прадедов. Многие компании откликнулись на то, чтобы сделать транспаранты. Некоторые распечатали на свои средства плакаты на баннерах. Акция «Бессмертный полк», которая должна будет проходить у нас в День Победы, говорит о том, что кыргызстанцы, которые большой вклад вложили в Великую Отечественную войну. Более 360 тысяч человек ушло на фронт,
больше половины не вернулось. Из них 73 героя Советского Союза, 33 кавалера орденов славы. Более 160 тысяч награждено орденами медали. Это такие герои, как Даир Асанов, Талгат Бегельдинов, Чолпонбай Тюлебердиев, Дюшенкул Шапоков. Нельзя забывать и про 28 панфиловцев, героев Советского Союза, которым были присвоены герои Советского Союза. В этом году бессмертный полк пройдет в 50 странах мира. Сотни тысяч фотографий. Одни уже пожелтевшие от времени. Другие восстановленные понесут дети, внуки и правнуки тех, кто победил фашизм. На табличках короткая биография или просто имена ветеранов. Всего за 5 лет бессмертный полк превратился в целую армию, в которой никто не забыт, ничто не забыто. Алтынбек Таланбеков, Азамат Кадыртоктоев, Общественный Первый канал. Итоги недели.